У меня было где-то 9 пар. Какие часы были, почему их выбирал? Какие-то мне дарили, ага. Какие-то я покупал. У меня были Ulysse Nardin, скажем, трое, три пары. Это золотые с черным ремешком. Я по моделям я не очень разбираюсь, потому что я в часовом бизнесе как бы силен, поэтому я так. Для меня часы, конечно, уже больше украшение, какой-то там признак там статуса.